Итак, Москва, пятница, вечер. Проходи, вот, собственно, мое скромное жилище. Извини, не прибрано, я вот шампанское, сыр, виноград не убрал. Ой, да ладно, не переживай. Если честно, сама немножко стесняюсь, я просто обычно на первом свидании к парням в гости не хожу. А я, если честно, тоже впервые в Тиндере знакомлюсь. Ты же знаешь, как на сайтах знакомств? На аватарке красивая девушка, а приходит мопс. А у тебя все наоборот. Ты, если честно, вообще такая особенная. Просто в наше время это редкость, когда на женщине есть лифчик. Так приятно. Если честно, ты тоже особенный. Просто редко можно встретить мужчину на дорогой машине без наклейки «инвалид». Стараюсь. Слушай, только я тебе хочу сразу сказать, пойми меня правильно, ладно? Так. Но у нас с тобой сегодня ничего не будет. Мы же это оба понимаем, да? Да, конечно, мы оба это понимаем. Я сам хотел сказать эту фразу. Ты одинокая, я в этом городе в командировке. Что между нами может случиться? Даже не знаю. Ну, чем будем заниматься? Не знаю, давай выпьем шампанского. Подожди. Давай без шампанского, ладно? Почему? Я просто знаю, как это бывает. Сейчас мы выпьем шампанское, пузырьки ударят нам в голову, мы вдвоем потянемся за одной виноградинкой. И вот ты уже мучаешься с моим лифчиком, наличием которого ты восхищался минуту назад. Стандартная история. Стандартная? Ну, не хочешь шампанского? Давай музыку послушаем. Стой, подожди. Что? Давай без музыки, ладно? Я просто знаю, как это бывает. Ты сейчас включишь музыку, я начну делать тебе массаж, ты попросишь опуститься пониже, потом еще ниже, потом еще ниже, и вот я ублажаю тебя на цокольном этаже этого здания, поэтому давай не надо, ладно? Я просто знаю, как это бывает. Знаешь? Ну, давай фильм тогда посмотрим. Подожди. Давай без фильма, ладно? А? Я просто знаю, как это бывает. Ты сейчас включишь фильм, начнется заставка. Тин-ти-ди-дин, ти-ди-ди-ди-дин. И вот на второй ти-ди-ди-дин ты мне уже присунул. Проходила я это все уже, поэтому давай без этого, окей? Проходила? Да у меня и в мыслях такого не было. Ну ладно, давай просто посидим, пообщаемся. Просто пообщаемся? Да. То есть ты даже уже намекать перестал? Просто в лоб мне свои грязные мысли говоришь, да? Я знаю, как это бывает. Мы начнем с тобой общаться, ты присядешь мне на уши, потом на лицо. И вот я утром просыпаюсь от того, что меня укачало на БДСМ-качелях где-то в Свиблово. Стандартная история. Пу-пу-пу. Серьезно? Пу-пу-пу! Я знаю вот это вот пу-пу-пу! После последнего пу-пу-пу про меня сняли 6 передач, пусть говорят! Роковые пу-пу-пу или оргия на Яузе? Знаем, плавали, поэтому давай без пу-пу-пу, окей? Плавала ты, плавала! А давай-ка я тебе такси вызову, и ты свалишь отсюда нафиг, ага, да? Ага, я знаю вот эти такси! Ты вызовешь такси, я сяду в такси, таксист скажет: «Девушка, писа в руку возьми, и все!» И все, ты не должен 500 рублей своему другу Гураму. Слушай, а может быть я уйду? Может я уйду из своей квартиры, а? Ага, я знаю вот это вот я, ты уйдешь, блин. Ты уйдешь, а потом вернешься в белой маске с раскаленными ножницами, скажешь: «Игра началась», и все. Я просыпаюсь, блин, пристегнутый сосками к трамвайному электродепо. И внутри себя ищу ключик, чтобы выбраться. Эта миссия давно уже пройдена. Какая миссия? Слушай, вали давай отсюда. Давай, вали, а то сейчас полицию вызову. Ага, полицию ты вызовешь. Я знаю, как это бывает. Приедут твои переодетые друзья, скажут: «Девушка, документы предъявите», я им отдам свой паспорт. И вот я на турецком танкере возглавляю восстание секс-рабы. Слушай, а давай так. Ты вот сиди, ностальгируй, сколько тебе влезет. Я буду пить шампанское и слушать музыку, понятно? Ага, я знаю, как это бывает. Ты вот сейчас будешь... Я уже еду на поливальном тракторе куда-то в Тулу, блин. Ё-моё! И вот я сквиртом тушу рязанские пожары.
Слушай, объясни мне, пожалуйста, а ты что такое за существо, а? Ты вообще откуда такая взялась? Ага, скажу я тебе, кто это такая. Я знаю, как это бывает. Я тебе скажу, а ты потом начнешь меня шантажировать. Назначишь встречу где-то в лесу. Потребуешь деньги, скажу, что у меня нет. И начнешь меня бить об бампер. Ты что? Потом закинешь меня в багажник. Я там буду трястись среди банок каких-то. И запаски выбью дверь багажника. Упаду на скорости на трассу. Отползу в кусты. В кустах я увижу речку. Переплыву ее на плоту. Начну забираться на гору. Упаду с горы прямо на бардовский фестиваль. А еще 3 дня оттуда я бухаю голодный. Я буду выбираться. Я буду есть все подряд. Я буду есть траву, жуков. Съем чью-то закладку. Меня начнет штырить. Ё-моё! Так у тебя на аватарке был не мопс, а ты? Ёлки-палки, что происходит, а? В коем веке решил впервые в жизни изменить жене, а тут такое. Подожди, ты просто хотела изменить жене в другом городе с посторонней девушкой на съемной квартире? Ну да. Так ты нормальный? Да, я нормальный, в отличие от тебя. Да блин, я все это вообще придумала. Я просто тебя проверяла. Придумала? Я так испугался, ты чего? Слушай. Я таких девушек не встречал с выпускного. Слушай, ну если ты нормальный, можем заняться с тобой обычным сексом. Да, обычным нормальным сексом. Стандартным таким еженедельным сексом. Еженедельным таким стандартным будничным сексом. Простым таким, да, скучным. Это когда вот моешься, потом секс, потом опять моешься. Угу. Это тот секс, когда дольше моешься, да? Да, я знаю, как это бывает. Скучно. А может быть, я за закаленными щипцами и за маской? Ура, игра началась! Ты электродепо, со мной! Спасибо. Сериал All Inclusive с актерским составом 5 звезд. Во! Демис Карибидис, Павел Майков, Валя Карнавал, Арарат Кищан и Михаил Галустян. Здорово. Ты что здесь? На рыбалку приехал. Смотри, барабульку какую поймал. Черноморскую. Отпуск. Новый сезон. С понедельника по четверг. В 8 вечера. Давай, позвони, скажи, пусть улицу подметут. Мы едем, скажи. На ТНТ.